Капустка у меня маленькая такая, новый урожай. Вот так вот я нарезала вот таким ножом. Можете обычным ножом нарезать. Главное, что тоненько нарезать длинными ломтиками. Так, сюда добавляю немного соли. Соль добавили. Из-за того, что это новый урожай, я сильно жмякать не буду. Но если это старый урожай, если делается зимой, обычно старый урожай, то его хорошенько надо вот так вот пожмякать, чтобы она была, ну, чуть-чуть сок она упустила. А это и так такая мягкая, как салат. Ее я жмякать не буду. Сейчас соль поможет спустить сок. Добавляем сюда лук. Лук я нарезала очень мелко. Такой средний лучок, тоже свежий лук такой хороший. Вот, можете нарезать полукольцами, если хотите, чтобы все смотрелось одинаково. Просто я вот нарезала так, чтобы его не сильно заметно было. Добавляю натертую морковь. У меня здесь 4 маленькие морковки, но можно взять 2 большие. В любое время года этот салат актуальный. Огурец. У меня здесь 1,5 длинных огурца. На самом деле, количество ингредиентов регулируйте, как вы любите, чего вы любите большими. Ну, видно же на глаз, что вот этого, допустим, хватает. Больше, меньше уже сами регулируете. Вот состав менять не надо, а количество можно. Добавляю свежую кинзу, грамм 100. Сюда добавляю сок одного лимона. Лимон у меня достаточно большой. Добавляю уксус 9%, не полную чайную ложку, чуть-чуть. Вот так вот, капельку. Ну, на крайняк можно его не добавлять, тогда лимона побольше сделать. Но мне кажется, так вкуснее, такой немножко маринованный получается вкус. Сюда подсолнечное масло. На глаз делайте, посмотрите, потом перемешайте, посмотрите влажность, какая будет. И сюда же черный молотый перец. Все. Где-то пол чайной ложки. Все перемешиваем. Лучше руками, чтобы все хорошо перемешать. Вилкой или ложкой не получится, потому что, ну, капуста же прилипает как бы друг к другу. Надо вот так вот хорошенько, чтобы все хорошо перемешалось. Можете только лимон добавить, опять же говорю, без уксуса. Просто я люблю, когда они оба есть. Вот как будто дополняют вот они друг друга. Получается такая небольшая кислинка, небольшая, немножко такой... Более маринованный такой вкус. Может быть, так. Соль я сейчас вот дополнительно проверю, потому что капусту уже я солила изначально. Так, соль посмотрю. Соль хорошо. Не буду я солить. Прям тосточку я еще подсолнечного масла добавлю. Потому что лимона достаточно, уксуса. Уксуса мне немножечко мало. Вот, чуточку уксуса мало. Мне, но вы смотрите по вашему вкусу. Капельку. Состав ингредиента не меняйте, пожалуйста. Не надо сюда ни помидор добавлять, ни чеснок. Максимум, что можно поменять зимой, если огурца не найдете, то без огурца сделать. И либо кинзу поменять на петрушку, если вы не любите кинзу. По мне так с кинзой вкуснее, просто может я потому что люблю кинзу. Вы видите, сколько сока сейчас собралось? И самое главное здесь, в этом салате, дать ему постоять хотя бы пару часов. Если дать, чтобы он немножко настоялся. Вот, дальше я беру эмалированную посуду. Можно стеклянную банку взять. И вот так все сюда поставлю. И сок сверху. Закрываю и ставлю в холодильник на несколько часов. У нас вот на ужин, к ужину как раз, пока что у меня 2 часа дня. Как раз к ужину она хорошо настоится. Перед тем, как подать, перемешайтесь, было равномерно. Такая вот красота у нас получается. Невероятно вкусно и очень полезно. Если не учитывать уксус, ну, уксус тоже многие используют как жиросжигающий, поэтому... Для этого, то есть нормально. Зимой, летом, в любое время года можно его приготовить. То есть капуста, морковка, она всегда есть. Лук здесь немножко дает такой
как бы вкус, но его много сильно тоже не надо делать. Можно нарезать его полукольцами, тоненько, но совсем тоненько надо, такими вот перышками надо нарезать тогда. Вот. Морковь лучше натирать, не надо его резать такими длинными, лучше натирать. Если готовить зимой этот салат, получается даже красивее, потому что там капуста не теряет форму, она более плотная, старого урожая. С новым урожаем немного не так, потому что она быстро смягчается. Но вот зимой еще можно ее долго держать, если не добавлять огурец, получается немножко как квашеная капуста. Может держаться 7 дней, 10 дней, ничего с ней не случится. Вот, а вот с новым урожаем лучше ее в течение 2-3 дней съесть. Да и не держится настолько, сразу съедается. Вот такой у нас ужин сегодня. Очень вкусный салат и курочка в духовке. Всем приятного аппетита. Ну а у меня все. Всем пока-пока.